Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Fuck! Oh God! I need you here. Jake, please. Please answer me. Don't give up already! Здорово, бандиты и бандитки, с вами как всегда Спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания, максимальной сложности, без смертей, 94-й день выживания. Мы жарим мясо, мы готовимся к последнему рывку. А давай-ка бросай, у нас много мяса, у нас жареное, у нас есть сушеное мясо. Ну, практически готово, сушеное. Маленько еще подождем. Но нет, готово. Смотри-ка, реально у нас много мяса. 44 килограмма. Так, это мясо я хочу съесть. Энергии поднимается очень много, потому что мясо много мы кушаем и, конечно, поднимается. Читай твои комменты, ты пишешь. Иди охоться на туземцев. Ну, где их найти? Ты мне покажи, мой друг, где их найду. Бери вкусняшки, бери попкорн. Наша выживалка продолжается. А готово наша зала. То есть расплавленный металл. Мы кидаем свежий кусочек железа. Пускай дальше плавится. Да где кусок железа? Дальше плавится. Можно делать уже форму. Мне нужна вторая печка, чтобы делать форму. В одной плавить, а во второй делать форму. Но мне нужно еще перекидать мясо, кстати. Так, иди сюда. Мясо забираем отсюда и перекидываем в ящик, чтобы было это свободное место уже. У меня есть на 4 дня мясо. Понимаешь, по 2 куска мяса тебе за глаза хватит. О, места не хватает. О, вот это напихали мы. 57 килограмм, вот это мы напихали. Нужно спать, высыпаться уже нормально. На 100-й день нужно побриться, подстричься. И встретить 100-й день выживания в зеленом аду уже, знаешь. Ну, маленько уже более-менее ухоженный. 100 дней в джунглях ухоженный. Сказанул тот. Кидай-ка мясо мы сюда. 5 черт дней. 5 дней. О, вот это тема. Сушеное мясо 5 дней. Жирное мясо. Ну, она, в принципе, не очень-то и жирная. Там 60 протеина, 17 жиров. А намного вкуснее будет 60 протеина. О, вот это. Приготовлен тоже 60 протеина. Смотри-ка. Да, тоже капибарчик. Смотри-ка, обалдеть. То ли сушеное, то ли жареное. Все одинаково. Но только по сроку годности. 2 суток, либо 5 дней. 4 дня. Это у меня пожаренное мясо или какое? Погоди. Это сушеное. Жабы и яги. 5, ну практически 5 дней. Чё уметь? Много у нас всего еды. Реально еды стало много. Но где туземцы? Я хочу с ним посражаться. Тоже пиши комментарий, посражайся с ними и покажи, кто здесь воин. Я показал, кто воин. Вот смотри. Сколько убитых животных, людей здесь лежит. Это не все, кстати. Там валяются кости. Там еще кости валяются. Я какой-то людоед, понимаешь? Забирай это мясо тоже. У нас есть новая сушильня. Так что нужно идти за новым мясом. Так, это мясо тоже приготовлен. Деда, сушеное. Здесь у нас только лежит сушеное мясо. И все, 5 дней. 5, черт возьми, дней. Обалденно. У нас темнеет, мы, конечно, сейчас будем спать. Но я ни черта не хочу, у меня все есть. У меня реально есть все. Мне осталось только построить самолет, улететь отсюда. И все. Так, ищем бананы. Ищем бананы. Ищем приключения. Но пока мы не находим приключения, бананов тоже не находим. Пиявки. Так, тут есть деревья, кстати, можно здесь порубить что-то. А что это за островок такой интересный? Бананы нашел. Так, пауков вроде я не слышал. Бери бананы. Они всегда пригодятся. Пару бананов в день, это замечательно будет. Ой, муравьи вижу. От муравьев отходим подальше. Так, еще бананы, что ли? Нет, нет бананов. Строить базу дальше я не хочу. Я хочу еще, знаешь, попутешествовать, глянуть, что здесь еще интересно. Я хочу больше взять еще фруктов. Мясо больше хочу взять. Так, добыли. Сейчас делаем перевязку, потому что перевязка всегда нужна. Изготовить. Неизвестно, что нас ждет дальше. А насколько все опаснее будет дальше. Но мне кажется, и уже, знаешь, убить меня уже нереально. Я просто сойду с ума здесь. Потому что, смотри, уже красная мордашка слева внизу, потому что... Бессонница, 7 уровень. Это тебе не шутки. Еды много, смотри, перевязки, бинты, все, пиявки присосались. Сейчас здравомыслие еще будет падать. Кстати, я же без броника. Я не сделал броник. Пиявки. На правой руке у меня нет броника. Я пошел в джунгли без броника. Кстати, это максимальная сложность. Снять весь броник и сражаться без броника. Ну, нет, это не то. О, еще есть. Давай возвращаться, уже стемнело, плохо видно. Я хотел исследовать этот маленький остров, но здесь, походу, уходит уже куда-то дальше. Ой, сколько еды здесь! Ой, потерял еду даже, смотри. У меня не влазит, нифига. Опасно пошел я, конечно, заговорился, задумался на своем. А пойдем-ка обратно, пойдем-ка спать, потому что, видишь, падает все-таки наша жизнь. Спустились вниз куда-то. Ящерицы бегают. А здесь у нас водопад. О, куда я забрался, посмотри. Здорово, красота. Но не сейчас. Сейчас темнело. Туземцы, давайте, нападайте на меня. Так, ножик есть, красивый ножик. Обалденно. Кстати, ножик я заберу. Где ножик? Вон ножик. Туземный, хороший ножик. Лук. Не могу забрать, к сожалению. Спускаемся с горы, пойдем-ка домой, я сейчас посплю. У нас 40 килограмм, много еды нахватал. Где мой дом? А вон дым вижу. Много нахватал всего. Так, давай-ка палочки возьмем, пригодятся. Девять часов, правильно? Ну да, практически. Я испугался. Я испугался, Саш. Погоди, мясо подгоревшее. Да, пойдет. Куда его? Куда его впендюрить? Давай его скушаем. Просто и все. Ну опять начинается. У меня же мурашки по телу, знаешь, такие крики. Вон мясо идет, смотри. Хороший выстрел один всего лишь. Оп! Прям в глаз. Ну, ты еще не скажи, 95-й день. Ночь. Опять галлюцинации. Обожаю галлюцинации. Ну, знаешь, когда прибегают туземцы вот такие галлюцинации, то не очень-то и приятно. Так, у меня 42 килограмма. Нужно что-то скинуть, потому что напрягается. Так, здесь пустой горит. Скидываем. Что нужно скинуть? А вот эти скинем. Они, по идее, не нужны мне сейчас. Так, спокойно, мой друг, ну-ка, без паники. Так, мясо забираем, давай-ка разделаем. Спокойно, без паники. 95-я ночь, все нормально с нами. Ну, галлюцинации подумаешь, у нас было такое уже. Не в первый раз. Так, мясо не влазит. Ух, черта с два. Выкидываем здесь косточки. Далеко бегать не будем. Не влазит сюда мне. Мне не хватает ящиков. Мне нужно больше ящиков. Съесть. Паразиты минус. Здорово. Так, я больше ничего не хочу. Я хочу напиться воды, я хочу пойти поспать и, надеюсь, будет более-менее нормально. Так, мясо забирай. Погоди, не кричи так. Черт, не вылазит. Что там нужно? Съесть еще, давай что-то скушаем еще. Да нечего жрать уже. Так, грибочки испортились. Личинки. Куда его впендюрить? Давай сюда его. Вот так. Мясо влезет? Давай скушаем. Здравомысли минус 5 сразу же. Все галлюцинации пошли. Нас прет. Так, мясо, мы сюда идем спать сейчас. Давай, быстрее. Мясо кидаем на сушильню, идем спать. Все, прибежал. Мясо бросай, скорей. Идем-ка спать. Что у нас с костром? Костер нужно кинуть пару уголечков и точно идем спать. Все. Но погодим, это не все. Что у нас с этой печкой? С этой печкой у нас тоже пыхтит, и тоже нужно ее поддержать. Пускай она пыхтит дальше. Так, быстрее уголечков, пару уголечков, я иду баинки. Спокойно, никого нету? Нет, никого не вижу. Все нормально. Спать идем. Бессонница у нас, понимаешь? Просто бессонница. Давай-ка. Ух. Так, 5-й уровень бессонница. Скидывается очень медленно бессонница. Просыпаемся сколько? Просыпайся. 5-й уровень бессонницы. Слушай, реально я попал по жесткому. Бессонница очень сложно уходит. Ох, черт. Воу, сколько их здесь? Стой. Обалдеть. Иди отсюда, туземец. Как же напугал меня жестко. Ух, май гад. У меня же волосы дыбом встали, я тебе серьезно говорю. У меня же волосы дыбом полетели. Печка потушилась. Печка потушилась, тут все нормально. Как меня прет. Так, что нужно? Что в этом случае нужно? У меня что-то есть ранение, нет? Ой, у меня ранение, реально приходили туземцы, смотри-ка. Они реально приходят, просто я их бью, они исчезают. Все нормально с нами. Но практически нормально. Как нормально? Меня опять прет. Так, что мне нужно сделать сейчас? Уголечки. Так, идет дождь. Прогорели все уголечки. Так, меня жестко прет. Мне нужно сделать еще одну пластину и обязательно сделать сейчас броник. Срочно сделать броник. Так, одевай. Нормально, больше не прибегут пока что. Есть какое-то времеца. Так, а можно вот сейчас развести уголечки и разжечь? Сейчас мы глянем. Ну-ка, погоди-ка. Но подумаешь, нас прет, ничего страшного. Но не чувствуется атмосфера. Смотри, 6-й уровень снова у нас будет сейчас бессонница. Вообще очень жестко. Так, что нужно теперь? Как мы забираем форму суда? Форму суда, правильно же? Так, изготовить. Вот так. Изготовить и кинуть броник надо. А броник где-то валялся здесь у нас. Броник. Где броник? Я скидывал где-то тут его. Так, стой. Вот он, металлический броник. Без разницы, да, какой? Нет, погоди-ка. Или железо бросаем? Нет, я забыл, как делается. Наверное, нужен не металлический броник, а обычный броник нужен. Эх ты, черт. Ну, хорошо. Пока у нас проблема с этим. У нас галлюцинация, я не могу так нормально. Меня очень сильно прет, я не могу так нормально сосредоточиться. Давай-ка сюда, броник, вернись обратно. Сейчас мы его оденем. Сейчас я его обратно одену. 10% это хотя бы что-то. Одевай на руку. 10%. Нормально. Кто там бегает? Воу, еще туземцы! Бей его! Ух. Хотя бы сейчас я его увидел. Там еще один был, кажется. Обалдеть, меня атакуют? Ты посмотри, меня реально атакуют. Иди сюда. Бей его. Понятно, что это галюники. Но я неизвестно, это галюники или не галюники. Но опять волосы над дыбом стали, потому что, знаешь, эти крики, они, знаешь, на психологию очень сильно давят. На мою психологию. Так, чистая вода. Похоже, да? Я реально зайду с ума. Слушай, у меня 6-й уровень бессонницы. Меня реально жестко прет. Чем дальше, бессонница больше и, конечно же, будет опаснее. Что у меня опять? Опять проблемы какие-то? Где пиявки? Опять ранения? В какой части ранения? В задней части. Все, давай, туземцы, пригонись сюда, и всех убью. Ну, где вы тут, засранцы? С печки еще разбираюсь. Разобраться не могу. У меня тут галлюцинация. Пригодись сразу десяткам. Всех увожу разом. А в чем проблема? Убивают туземца и не выпадает оружие. Не выпадает мясо, кости. Просто улетучивают куда-то и все. Ну, можно посидеть возле костра. Вроде какой-то будет здравомыслие подниматься. Но не на 100%, конечно. О, вон, там бывает чистая вода, да? Давай сварим суп, стойте, суп. 2 супа из костей. Сейчас приведем себя в норму. Так, нужно кинуть пару уголечков. У нас рассвет или утро? Или у нас утро? Так темно, как будто, знаешь, закат. Так, угли. А сколько у нас осталось? Мало, конечно, уголечков осталось. Но печка пыхтит, кстати. Забираем все уже, наверное. Так, тоже? Да, тоже древесный уголь. Забираем к себе. А мяса много, я готов убивать вас дальше, ребята. Туземцы прибегают, смотри, они меня бьют, и у меня остается ранение все-таки. Они живые. Они появляются очень внезапно. Я их не слышу, потому что я слышу кидрался. Или у нашего главного героя, или у меня уже голоса. Так, уголечек мы бросаем. Сейчас мы закинем водичку и сделаем себе супчик, понимаешь? Когда ты болен, неважно чем, нужно кушать супчик. Так, у нас сразу чистая вода здесь. Наливайся, все. Я испугался. Ух, обалдеть. Броник, у меня проблемы с броником. О, какой... У меня уж наши мурашки реально прут. Я испугался чертовски сильно. Стой, секунду. 100-й день будет жесткое выживание. Я вас всех убью. Мне нужен сейчас броник. Прям срочно нужен броник. Я хочу супа. Погоди, бери кости. Сейчас костей, все кости уйдут. 6-й уровень бессонницы. Так. Броник, срочно нужен броник. Есть место для броника? Местечки. А, места нету. Окей, бросаем сюда быстренько. А, косточки. Бросаем. По косточке. Мне нужно место для броника еще. Кажется, на руке сломался. Так, изготовить. Так. Все нормально. Погоди. Ребят, погодите. Не спешите меня. Сейчас с вами разберусь. 2 веревки. 2 веревочки мне. Броник есть. Нужно смотреть другие броники еще. Так, броник есть, вернись. А, ты иди отсюда. А ты иди сюда. Вот так. Смотрим по сторонам. Здравомыслие. +2. Так, суп. Энергия. Ну, не поднимает здравомыслие, смотри, реально. Ну, пей, хотя бы накушаемся. Меняем броник прям срочно, прям сейчас. Где? На руке, да? Ага, сломался. К черту, выкидывай, одеваем. О, стой, секунду. О, я выкинул его. Давай перебинтуемся. Сейчас нужно много перевязок. Слушай, реально, 100-й день меня жестко. Бьют со всех сторон. По 3 туземца сразу, прикинь, сразу в атаку идут. Так, броник одевай. Ну, ребята, давайте, я жду вас. Так, сколько процентов у нас где? А 53 нормально. Сколько? 37. Проблема на ноге. Здравомыслие -6. Бессонница. Так, нужно больше веревок еще. Нужно еще один броник менять. Ну, давай, ребят, ешки. Смотри, их 2. Давай, 3! Огонь! Ой. Их 3. На тебе! Вот и исчезает. А где моя стрела? Вот засранцы, стрелой улетел, прикинь. Со стрелой. А почему мои жизни не восстанавливают? Я не понимаю. Где они? Вон, вон, туземец. Бей его! Отличный удар. Прям, знаешь, суперский. Прям как в тире, знаешь. Слушай, они прут и прут. Вот еще, их по три уже. Иди сюда. Смотри, он насквозь проходит. У меня глаза уже, знаешь, выкатываются глаза. Я вижу, как они насквозь бегают. Шестой уровень бессонницы. Где твое оружие, засранец? У меня жизни почему-то не восстанавливается. Слушай, а я смогу так пройти? Не получается. У меня жизни не восстанавливается, у меня проблемы дикие. Да я сам дикарь уже. А нужно делать новый броник. А на левой руке. Они бегут все больше и больше. Они все злее и опаснее. А представь, что будет ночью. Ночью вообще дикость будет конкретная. Так, мы делаем еще один броник. Изготовить 3 веревки. А, сколько костей, не помню. Лист банана. А, погоди, что мне делается? Ночью было страшно, когда туземец стоял через речку. А, был у нас в ролике, я помню. Так, изготовить новый броник. Почему? А вот все, нормально. Так, бросаем. Сколько костей? А, вот Т, кажется. Ух, знаешь, мурашки аж бегают. Реально страшно не появляется. Такие еще звуки. Выкидывай кости. Сейчас поменяем. Отойдем маленько в сторону. Ну где вы, ребята? Они насквозь пробегали. Я только сейчас это заметил. Но мою постройку они, кажется, упирались. Мне страшно, у меня реально бегут мурашки по телу, мне реально страшно. А еще так страшно никогда не было. Такие звуки тройные. Так, забирай мясо. Он говорит, я тебя убью, я тебя найду. А мне насрать. Ну мясо бери или не берешь? Или опять галюники какие-то. Я помню, были у нас такие галюники, когда видел, а мертвое животное брал, но мясо я не взял. Были такие галюники, да. Так, а косик бросим здесь. Мне насрать. Мне осталось прожить буквально 5 дней. Бессонницу практически 6-7 уровень. Так, все, руда готова. Ну, кидаем еще один кусок руды. А, место не хватает. Меня били. Да, я чувствую. Ну, давай один на один. Минус один, нормально. Туземцы, я вас обожаю. Давай, сражаемся. Где еще третий? Где был третий? Третий. Слушай, реально стало больше. Они реально подбегают очень быстро, они без криков сразу тебя упасят. То, что я и хотел, но от них ничего не вываливается. Меня реально жестко прет. Они каждые 5 дней прибегают ко мне. Так, делай броник. То есть броник есть. Меняем броник срочно. 10%. Это все уже крайний показатель. Так, сколько? 75. Это нормально. На ногах, кстати. А ноги в последнюю очередь. Но нужно делать еще. Пока у меня есть место, нужно делать еще броник. Веревка есть? 2 штуки. Веревки есть. Давай-ка, друг мой, давай, не стесняйся. Бросай косточки. По 3 штучки. Бросай веревки. Мы делаем еще один броник. Нужно еще сделать 2 на ноги. Мне насрать. Я из грязи весь пияв, как буду. Я буду питаться личинками, но я проживу эти 100 дней. Ты сомневаешься, да, во мне? На тебе. Смотри. Любуйся. Ой, глисты. Погоди, у меня есть от глистов. Вот он. Съесть, все нормально, видишь? Мне насрать на все. Я готов прожить 100 дней. Плевать, каким я буду на 100-й день, но главное, я проживу. Так, что у меня? Железная руда, кстати. Броник у меня вроде появился, да? Ага, броник я сделал. Нужно его сейчас поставить на ногу. Ноги, кстати. Ноги. 24, меняем. Броник раскидал уже, знаешь, везде, налево, направо. Ну что, где вы, ребят? Я вас не вижу. Меня выйти из этого состояния уже нереально, дорогие друзья, дорогой мой зритель. Нереально выйти из этого состояния. Все очень плохо у меня. Насколько это будет смертельно или опасно, или смертельно опасно, я не знаю. Кстати, у меня мясо есть же, да? Во-во-во-во-во-во-во, бегу, давай, стреляй, ну. Жестко. Минус один. Ну давай, еще разок. С ножиком идешь на меня. Ну ты как красиво исчез. Пей воды. Сейчас мне броник надо. Мясо есть у нас, кстати, мясо есть. Нужно его срочно сюда. Каждые 5 минут прибегает ко мне. Так, уже испортились. Темнеет, кстати. Да, темнеет вроде бы. Спать не хочу. Час дня. Я сражаюсь с туземцем. Спать я не хочу. Банан съешь. Тоже съешь. Тут можно добыть гусеница. Что ты, подавился чем-то? Да еще я и блевану. Что-то я съел не то. Поторопился, возможно. Пойдем помаленько поспим. Нормально с костром. Пойдем поспим. Нас прет. Я блевану еще. Надо обалдеть. Нормально, это пройдет сейчас. Все, прошу. Но бессонница не пройдет. Нужно спать очень-очень много. Так, до 9 мы спим. Вот сейчас, знаешь, будет самое страшное. У меня аж сразу мурашки по телу. Потому что, понимаешь, ты когда видишь туземца где-то, знаешь, на другой, а на другом стороне речки, это реально страшно. Они же будут подбегать сразу к тебе упасть. Их по 3 штуки. 5-й уровень бессонницы. Ну напиши комментарий. Можешь прокачаться до 10-го уровня бессонницы. Да-да, напиши. Потому что мы сейчас закончим уже и продолжим в следующем ролике. Именно вот с этого опасного момента. Страшного момента. Где туземец прибегает каждые 5 минут. Ну что, мой друг. Спасибо, что смотрел до конца. Всем удачи. И всем пока.